Вот так выглядит обычное утро во взрослой поликлинике около площади Славы. Люди скопились в тесном коридоре, чтобы попасть в кабинет флюорографии. Очередь здесь начинает собираться с самого утра. К обеду, как правило, здесь пусто. Подобная ежедневная картина беспокоит персонал поликлиники. Запись по талонам работает плохо. Объявления об этом висят у нас и в регистратуре, и на дверях кабинетов. Все. Но, к сожалению, население привыкло все выполнять самотеком. Так. Захотел, проснулся, захотелось ему и пошел. Ну вот. Что создает большие неудобства и для медперсонала, и для самих пациентов. Сама система распределения приема по талонам работает недавно, как раз для того, чтобы сбежать очередей и разгрузить аппаратуру и медперсонал. Объявление о записи по талонам действительно висит на виду. Но, как видим, помогает это слабо. Что же заставляет людей толпиться в коридорах? В плане работы. От работы послали. То есть работодатель знал, что вы тут, возможно, в очередь попадете? Возможно, знал. Вы по записи или сами? Сами. А почему? Сами тут же запись существует? Какая-то причина? А кто ж мне это сказал? А, то есть вы пришли просто так, потому что не знали, что существует запись? Уже знал, что раз в год проходить надо, вот. А не боитесь тут подцепить что-нибудь там? Уже не знала, что запись есть. То есть вообще не предполагали, что тут? Нет, так не знала. Тот же вопрос, не боитесь тут что-нибудь подцепить? Вот, кашляю тут. Ну так-то, каждую неделю зовет этот анализ на ковиде, так что я как бы знаю, что я здорова. Да, по записи. Я был в понедельник, а здесь были призывники, и тут мальчишка записал меня на 10-20. Выборка хоть и невелика, но показательна. Лишь один человек по записи. Большинство о существовании талонов не знают. Поэтому информируем. По предварительной записи принимают узкие специалисты, прививочный кабинет, флюорография, ЭКГ, рентген. Записаться можно в самой регистратуре, но врачи рекомендуют это делать дистанционно по телефонам 2-13-47 или 3-00-20. Вам назначат время. Степан Крижановский, Антон Карев. Телеканал «Русский Север».